По итогам интернет-голосования на сайте «Спортэкспресс» Валерий Белецкий закрепился на третьей позиции. Он один из 7 претендентов на пост главы Российского футбольного союза. За нашего кандидата голосуют не только Коми, но и Владивосток, Рязань, Мурманск, Архангельск. Ваша поддержка – это колоссальный аванс, который я постараюсь оправдать. У меня появилась уверенность, что я смогу набрать еще не 1000 голосов, заявил Валерий Белецкий.